Приветствую вас. Знаете, я думаю, что вот подобное такое состояние, которое вы описываете, подобные переживания, которые вы описываете, они связаны с тем, что человек вот очень сильно старается угодить другим. То есть очень сильно пытается, ну, как-то подстроиться, пытается быть нужным. Вот при чтении вашего сообщения у меня возникло вот такое чувство, что вы пытаетесь как будто бы быть нужной, как будто бы угодить, как будто бы подстроиться. Я совершенно не знаю, откуда это пришло, да, то есть почему я так подумал. Вот, то есть логически на это ничто не указывает, но вот как бы на уровне образа у меня появился такой. Если отталкиваться от этой позиции, то здесь все достаточно просто. Я думаю, что определенная ваша жизненная стратегия заключается в том, чтобы дорожить людьми и, дорожа людьми, значит, им вот стараться угождать, им стараться под них подстраиваться, вот, и так далее. Есть у этого только один нюанс, и один нюанс это заключается в том, что когда вы так делаете, когда вы так поступаете, вы себя предаете. То есть вы действуете себе в ущерб, грубо говоря. Что это такое? Что это значит? Ну, это значит, что вы наступаете на сами на себя. На свои желания наступаете, на свои потребности наступаете. Вот. Условно говоря, вот если человек все время ставит желание другого выше своих, вот, то в норме, повторюсь, в норме, такой человек будет пытаться, ну, бороться с неудовлетворенностью, подавлять ее, отрицать ее и так далее. Безусловно, есть люди, которые готовы пожертвовать всем, которые только одной, такие люди существуют, но их гораздо меньше. Вот. Я бы не сказал, что это прямо норма, потому что, ну, такие отношения, они все-таки односторонние, они человек, который может только отдавать, но не берет. Он не может выстраивать отношения здоровья. В таких отношениях всегда будут элементы борьбы, вины, превосходства, жалости и так далее. Поэтому самые здоровые отношения — это отношения, где люди как бы одинаково отдают и берут. Но одинаково не в смысле, что вот ты мне столько же, сколько я тебе. А одинаково для себя, что я сколько отдаю, столько и беру. А лучше, чтобы там брал немножко больше. Вот. Чтобы были ресурсы на там развитие, на достижение новых вершин, высот и прочее. Да? Вот. И что получается у вас, как мне кажется? У вас получается такая история, что, как мне опять же кажется, повторюсь,
у вас получается такая история, что вы больше отдаете и меньше получаете. И опять же, мое предположение, но довольно непросто сходитесь с людьми, Ну, то есть, не просто, в смысле, тяжело сходить с людьми, вот, не очень легко идете на контакт, по крайней мере, контакт более-менее глубокий, я не знаю про интим, про интимный контакт это здесь точно табу, про поверхностный контакт это, как бы, тоже не знаю, насколько легко, нелегко. А вот на именно глубокий, более глубокий контакт выйдет с трудом. И, соответственно, из-за этого вы себя много ограничиваете, из-за этого вы себя много собираете, внимание, вот, и много отдаете, но вот мало получаете. И то, что вы описываете, это выглядит как такой... ну, мотив, акт, ну, удовлетворение голода, вот и все. Когда вы понимаете, что у вас есть ценности, конечно, но свои собственные потребности, они важнее. Точнее, вы в какой-то степени довели их до такого состояние, до состояния, когда они уже важны, и если на них не обращать внимания, то легко, например, представить, что вы заболеете, легко представить, что с вами будет, ну, что-то не так и так далее, да? Вот. Поэтому... вот такой момент. И я понимаю, что вы чувствуете вину, Я понимаю. Я понимаю, что вы ощущаете вину. Как бы это... это понятно, что вы, вот чувствуете вину. Вот. Но момент здесь, он немножечко в другом. Чувство вины у вас здесь связано с тем, скорее, что ваше поведение не соответствует тем ценностям, которые вы, которым вы привыкли следовать. И, соответственно, есть в этом одна ваша серьезная сложность и один ваш серьезный, ну, одна ваша серьезная проблема. Вот. То, что ценности ваши, которые вы продвигаете, они не совсем подходят вашей, ну, я бы сказал, модели поведения, вот, и вашим потребностям, и вашей, ну, вот, вам настоящей, не очень это все подходит. И вы вынуждены жить как раз в этом конфликте, вот, в едва ли не постоянном конфликте.
с собой, что хочется вам, там, грубо говоря, одного, хотите бы одного, вот. А как бы действовать вынуждены по-другому. Вот. И в итоге это, конечно, очень болезненно для вас, это нормально. Вот. Так что такая здесь история, в таком направлении, мне кажется, нужно вам двигаться, да, то есть вот именно в сторону того, чтобы, ну, как мне кажется, привести к такому общему знаменателю. Вот то, что у вас сейчас расходится между собой. То есть я имею в виду, разница между тем, что вы транслируете, и тем, что есть на самом деле. Мне кажется, что, ну, как минимум, пора, наверное, посмотреть правде в глаза и признать то, что вы немножечко вот не такая, какой хотите быть, немножечко не такая, какой, там, не знаю, представляете себя, немножечко не такая, какой вы, там, к примеру, ну, воспринимаете себя, да, вот, то есть, ну, вы немножко другая, но вот вам нужно будет это признать, потому что вполне вероятно, что вы поменялись, вполне вероятно, что вы такой были всегда, вот. И я не говорю, что это легко, я не говорю, что это вот прям вот вы сейчас пойдете все это делать, нет, это вы будете, скорее всего, от этого отказываться, вы будете пытаться это отрицать, скорее всего. Но, как бы, это ничего не значит. Вот. Ну, для вас, по крайней мере. С точки зрения терапии вы будете защищаться. Это вполне нормальная реакция. Вот. Но вам нужна будет помощь. И чтобы, несмотря на значит, защиту, чтобы вот идти туда, не бояться этого. И тогда у вас все будет хорошо и прекрасно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.